Дорогие друзья, уважаемые дачники, садоводы, любители гортензии, это питомник Церагортензия.ру, с вами Андрей Малышев. Хочу пригласить вас в наш магазин, который находится в Москве, по адресу 1 Останкинская, дом 55. Это торговый центр РМ, вот и название РМ. Вот, бывший торговый центр ВДНХ. Находится он недалеко от метро ВДНХ, то есть здесь улица 1 Останкинская, там Академика Королева. Вот она, первая Останкинская идет, вот здесь можно подъехать на машине. И здесь вот буквально с торговым центром есть въезд между двумя торговыми центрами. То есть первая Красная Тарапира и вот наш торговый центр РМ. Парковка первый час бесплатно, последующие по 100 рублей. Метро ВДНХ находится вот там вот. Сейчас попытаюсь вам показать. Там же находится гостиница «Космос». Ну вот можно увидеть по ракете. Вот она, ракета. Это как раз находится там метро. То есть, по сути, идти не так далеко. Здесь автобусный парк. Электробус останавливается. Вот ресторан «Бургер Кинг». Центральная площадь. Вот там вот главная арка ВДНХ. Вот там вот, где люди идут. Где центральная площадь. И вот первый вход. Вот он, где крутящиеся двери. И вот второй вход напротив ресторана «Бургер Кинг». То есть, вот мы заходим в торговый центр. То есть режим работы торгового центра РМ с 10 до 22.00. Вот он адрес, 1 Останкинская, 55. Вот. Мы работаем с 11 до 7.30. То есть вот мы заходим. Выставка ярмарка. 1000 товаров. Это обязательно можно встретить вот такого медведя, от которого у нас появление цветоводство еще стояло на ВДНХ в 29-м. Здесь вот редкие многолетники, всякие разные цветочки, цветовички. Вот, также там цветочная книга, магазин от Наташи. То есть именно расписание лекций там можно посмотреть наших. Это магазин «Центр Фиалок». Вот, вот экскалатор. Кстати, вот там вот, если главный вход заходите, то сразу поворачивайте налево, к нам идете. То есть проходите вот эти эскалаторы. Здесь вот зона фудкорда. То есть вот он, ресторан на гриле. Там бывший «Макдональдс», ну, грубо говоря, как там, точка. Точка-точка. Вот, там вот мы читаем лекции, там залы. Вот это ярмарки на столах. Вот, и вот магазин «Орхидея», магазин «Центр Фиалки». Вот, зонт «Три слона». Как раз вот здесь сухофрукты, мед, зонт «Три слона». Вот, и наш магазин под номером 9. Вот, кухонная посуда. Вот он, садовый центр «Питомник Гортензии РФ». Здесь вот стенды с удобрениями «Органик Микс». Вот, все цены есть, то есть можно посмотреть. Цены точно такие же, как на сайте «Органик Микс». То есть это удобрение будущего, как его называют. То есть это и ленивый азот, и удобрение для роз, удобрение для гортензии, также для голубики, для клубники, ягодных культур, магний. То есть это вес, кстати, 850 грамм для хвойных. Новая бельгийская серия, это очень дорогая, можете почитать на сайте у них. Это уже большие упаковки. 1290 рублей стоит универсальный. Также есть кислон, вот, для томатов. Сейчас также покажу еще здесь. Вот наш стенд. Еще один стенд. Вот. И здесь, значит, вот он. Органик Микс. Вот, дополнительно еще вот есть линейки, более мелкие упаковки удобрения. То есть есть, допустим, удобрение, для примера, вот такая упаковка. Здесь 200 грамм. Стоит она 169 рублей. Универсальная. Вот, также есть вот мука из морских водорослей. Вот, бельгийская серия для цветов. Вот, вот она идет, удобрение для цветов, для посадки саженцев, морской коктейль. Вот, вот такие вот крупномеры гортензии у нас есть в продаже. Это гортензия Skyfall, 15-литровая. То есть вот такие вот у нас можно сейчас приехать и купить. Они есть в наличии. Также гортензия Star Rose. Это гортензия была создана селекционером Жаном Рено в преддверии Великой Отечественной, юбилея Великой Отечественной войны, 75-летия. Названа она не просто так, розовая звезда, то есть крылья победы. А все эти цветки полностью розовеют и не чернеют, в отличие от тех же, от того же Great Star. Посмотрите, какая красивая гортензия. Также у нас голубика присутствует, садовая голубика, бонус река и много других сортов под заказ.
Самарская лидия вот такая вот в большом контейнере, это C, 15 литров есть. То есть вот они, уже шапки большие. Вот. И кому надо, есть самарская лидия поменьше. Вот они контейнеры. Зеленые вот они контейнеры. И вот она, самарская лидия. То есть можно посмотреть. Вот она, самарская лидия. Это контейнер C, 3 литра, тоже все на цвету. Маленькие гортензии, это Diamond Rouge. Цены на гортензии от 750 рублей. То есть для примера, вот гортензия 750 рублей. Сорт называется Colorful Cocktail. Это новинка. Вот посмотрите. Вот такой саженец. Саженец P9. Вот можно у нас приобрести. Colorful Cocktail. Также, допустим, здесь гортензия Star Rose. Вот она тоже P9. С полностью развитой корневой системой. Вот, то есть, допустим, вот она, Star Rose большая, которая стоит 7,5 тысяч, это контейнер C, 7,5 литра. То есть, вот она, Star Rose. И, к примеру, вот она маленькая, Star Rose. Такая стоит 1500 рублей. 1500 рублей, P9. Вот, можно уже смело сажать. В этом году она даже успеет зацвести. И будут у вас вот такие потрясающие цветы. То есть, можете посмотреть. Видите, какая красота. Может быть, в вашем саду. Так, это у нас Star Rose новинка. Также здесь представлен сорт гортензии Skyfall Frenny. Контейнер C 1,5 литра. То есть они в продаже есть 1500 рублей. Контейнер, также тут есть сорт, так, это у нас Diamond Rouge. Вот это у нас Little Fresco. Также здесь присутствует гортензия Polystar. Вот, Mojito. Вот там спрятаны Mojito еще. Вот, граффити есть. И большинство сортов, конечно, у нас под заказ. Также здесь вот наш логотип. Даем инструкции по посадке. То есть они у нас присутствуют. Вот такие вот у нас инструкции. Как правильно сажать гортензия. То есть наши контактные данные. Пожалуйста, можно поставить на паузу. Вот. И здесь, конечно, подробно написано, как правильно посадить. Также новинка гортензия Bonfire, про которую многие уже слышали. То есть вот у нас есть такой флайер, который можно взять и сделать заказ. Серия гортензии Пандора у нас можно заказать. Вот и все 9 сортов. То есть это Панорама, Пандора, Панателла, Паненко, Панфлора, Пандаус, Пантеон, Пандрия и Панзола. Здесь есть, значит, удобрение сейчас у нас в наличии есть осмокод. Также продаем базокод, также триабон. Осмокод у нас есть все разновидности. Сейчас в наличии пока осмокод Pro. Соотношение азот-фосфор-калий 19:9:10. Вот. Здесь у нас получается вот такие вот инструкции по удобрениям Аминорост, Биокори, Биотонус. Вот. Также вот как выращивать на подоконнике перцы, баклажаны. Такая вот есть инструкция, которую мы тоже, кстати, даем каждому покупателю. Вот. Удобрение, значит, есть у нас, получается, антивершинка. Это органик микс, новинка, серия новая. Биокорень, который укореняет любые растения. Потом удобрение биотонус, это иммунитет. Антихлорозин против хлора, это железо с микроэлементами. И, конечно же, аминорост, органический биостимулятор роста. То есть, вот такие вот интересные вещи есть. Удобрение для голубики, конечно же, обязательно. Удобрение для Organic Mix у нас универсальная серия для томатов. Также Organic Mix морской коктейль. Бельгийская серия у нас получается для цветов, для хвойных. Organic Mix магний для всех видов культур. Ягодная культура. Ленивый азот, новинка. Очень интересная, на основе овечьей шерсти. Вот такая вот новинка. Вот, тоже можно поставить на паузу, почитать. Цены от производителя официальные, как на сайте Organic Mix. Также кислон и Cherry Garden. Значит, здесь присутствуют вот такие вот весенние новинки. Тоже можно в каталоге брать себе. То есть вот их сайты. Вот можно зайти посмотреть. То есть все цены указаны как на их сайте. На сайте Organic Mix. Мы являемся дилерами, поэтому цены у нас точно такие же, как и на сайте. Не нужно ехать в Ульяновск, то есть достаточно прийти в Москву на ВДНХ по адресу 1 Останкинская, 55, и купить премиум качества органические удобрения на основе органики. То есть вот есть каталог, который вы можете элементарно почитать, ознакомиться. Вот скоро у нас вот такие вот эликсиры появятся, в продаже тоже будут демо-стенды. Все они в продаже у нас будут.
Вот, вот эта вся серия у нас, конечно же, есть сейчас. Вот, вот это все у нас. Большинство, конечно, есть, чего-то сейчас еще нету. Вот, но это все у нас появится в ближайшую буквально неделю. Вот, и премиум качество, органик микс, вот их контактные данные. Вот его. Ульяновская область, город Ульяновск, переулок Комсомольский, дом 12, офис номер 2. Вот, продажа у них есть в интернет-магазине, либо у нас можно приехать в ВДНХ приобрести. Также вот у нас голубика садовая, североамериканская, конечно же, малина. Море гортензий, которые можно заказать. Вот море, море, целое море гортензий, в которых можно утонуть. Вот. Также здесь у нас присутствуют сухофрукты, посуда, зонты три слона, химия, препараты, секаторы, семена, пожалуйста, чеснок, лук, торф. Вот брикетированный торф есть. Вот можно просто взять, купить вот такой брикетированный торф, размочить и использовать для посадки. Вот, всевозможные разные препараты, очень много семян, огромная серия семян. Сейчас вам покажу, что есть и томаты, и перцы, и огурцы, и морковь. Грунты, пожалуйста, любые грунты, костная мука, любые добавки. Все это присутствует, вот, конечно же, есть. Также замечательные вот такие вот у нас сковородки. Вот, да. Традиция шикарная. Сам пользуюсь уже, у меня таких, наверное, штук, наверное, 8 разных видов я брал. Вот, обязательно советую. Такая жаровня шикарная. Все готовится. Коллекция кактусов. Вот кактусы, посмотрите, какие хотите. То есть вот все можно прийти, потрогать, купить. Вот орхидеи. Очень много у Николая орхидей. Вот сейчас покажу. Также продается вот такой вот мох настоящий. Это живой мох, который вот Николай ходит в лес, сам собирает, и вот можно у нас приобрести. Вот здесь вот, видите, прям настоящий живой мох. Зелененький, чистенький, для орхидей. Вот, также здесь очень много разных орхидей, коллекционные сорта орхидей, конечно же, присутствуют. Вот, разные есть, вот могу показать. Сейчас немножко пройтись таким мини-обзором. Вот, много всяких разных разновидностей, которые, может быть, вы не видели. Ну, можете прийти и посмотреть. Потому что большинство орхидей, ну, просто не найти ни в магазинах, нигде. То есть очень много разных разновидностей. Вот, я в них не особо разбираюсь, конечно, но вот это чудо можно всегда купить, приобрести. То есть есть вот даже вот такие интересные орхидеи. Вот прям на куске коры. Вот, как Коля, называется такая орхидея? На блоке, да. Вот такие вот интересные. Вот такие вот орхидеи. То есть еще ванды, астилисы. Да. Как, Коль, что там еще расскажи, давай. Много всего. Котлеи. Какие орхидеи бывают еще? Много всего. Целогины. Максиллярии. Ну, много разновидностей. То есть коллекция очень большая. Вот, много маленьких кактусов. Сейчас мы покажем. Вот смотрите, какие интересные кактусы тоже есть. Вот такие, наша коллекция очень большая. Такие маленькие. Вот, есть вот такие вот малышки. Вот, посмотрите, на коре. Вот. Также вот видите, как интересно. Это все коллекция, можно сказать, из первых рук. Все на мху. Вот все ухожено. Вот, все можно прийти и приобрести. Можно заказать. И, кстати, постоянно новинки. Завозятся новинки. Очень много новинок. И обязательно можно прийти, купить в подарок. Все упаковывает Николай грамотно. Как положено, довезете и летом, и до любой точки, не только России, но и СНГ. При минус 50 упаковываем. Да, даже при минус 50 упаковываем. Упаковка вся заготовлена, все проверено временем. Вот, так что много чего интересного мох есть. Вот, комнатное растение орхидеи. Я, кстати, про мох, да, рассказал, что вот мох, собственно, сбора. Вот Николай сам собирает. Так что приходите. Мы работаем ежедневно. Вот Николай... С пол одиннадцатого, да, до 7:30, да? Да, до 19:30 мы здесь постоянно. Поэтому приходите, заходите, покупайте, приобретайте. Вот. И много, как говорится, много растений не бывает. Удобрений тоже запастись нужно. Вот. И, конечно же, много всего интересного, вкусного. Также и семена, пожалуйста, и сковородки, и цветы. И у нас столько всего, как в Греции, как говорится. Вот, все у нас есть. Ну и также, конечно же, центр фиалки, орхидея магазин еще. Вот, книжки, вот книги, кстати, лекции читаем.
Вот. Лекции, кстати, будут у нас возобновляться, чтение лекций. У нас лекции абсолютно бесплатные. Можно прям так же набрать в Яндексе бесплатная лекция на ВДНХ. Вот. Мы читаем лекции. Начнем программу лекций с 1 сентября. Вот сейчас пока мы не работаем по лекциям. Сейчас такие умышленные каникулы, потому что все на дачах, в отпусках. И не так много людей к нам приходит. Практически очень мало летом, поэтому проще начать наш лекторий с 1 сентября. И не забывайте, что совсем скоро будет у нас выставка. Первая выставка – это исторические сады в Царицыно с 19 по 29 августа. И вторая будет выставка на ВДНХ, выставка «Цветы и экопродукты», как мы ее называем, на территории ВДНХ у павильона, то есть получается у фонтана «Каменный цветок» с 25 августа по 28 августа. Вот. Так что не пропускайте мероприятия, выставки, то есть совсем скоро они уже начнутся. Так что заходите на наш сайт, звоните и делайте заказы. С вами был питомник-гортензия.рф Андрей Малышев. До новых встреч!